Дары Лёля. Снова здравствуй, дорогой зритель. Сей человек, что задарил вот это, решил остаться неизвестным. Посему имя я вам не скажу, и откуда его тоже. Хотя, возможно, вот то, что тут написано кверх ногами, не совсем по-русски. Ты умеешь читать не только по-русски, как я по-русски умею читать кверх ногами, слева направо, справа налево и вообще как надо. Когда была маленькая, дедушка допоздна сидел на кухне и читал. А мне иной раз было в 100% случаев интересно, что он читает, и я садилась рядом напротив него и читала сверху вниз, справа налево и тому подобное, как уже до этого говорила. Ну, просто чисто кусочком. Видать, поэтому я могу читать все подряд выдержками, кусочками и так далее. Что под руку, под глаза, точнее, попало. Сейчас я это буду вскрывать. На самом деле, я уже давно это забрала. Но вот как-то руки все не доходили. Не буду больше я пыриться в монитор телефона. Буду я пыриться в камеру. И на коробочку смотреть. И вообще, фоном у меня монтируется на ноуте ролик, который, возможно, уже заливается даже на YouTube. Но сегодня снятый. Вы этого не увидите. У меня такой широкий спина. Так, сейчас надо как-то это вскрыть. У меня с собой есть ножик. Так. Ох, не знаю, видно ли вам было кота. Он сейчас так это любопытненько подпрыгнул. Ну, я на монтаже потом увижу, было видно или нет. У меня что-то, как я ее забрала с почты сегодня, в голове крутится одна фигня. По-моему... Ее моей подруге Маше мама стабильно говорит. Ну, в смысле, от ее мама и узнала. Правда, начало я не помню. А в посылке два китайца красят яйца. Сейчас я это как-то сниму, чтобы уж не светить ни мой адрес, ни человеческий. Кто-нибудь скажет, Лёля, ты разве не человек? Я эльфа. Эльфа. Ух ты, мне уже нравится этот пакетик. Можно я достану прямо пакетик и буду показывать из него? Вот так. А коробочку оставим коту. Вдруг он ее изнасилует. Он любит коробочки драть зубами, когтями и плеваться. В общем, в таком прикольном пакетике. Голубовато-сиреневым. Голубой с зеленым оттенком цвета морской волны. Теплый голубой. Теплый, холодный. Да, тут все такое. Тепленький пакетик. Голубой и сиреневый. Сиреневый, наверное, ближе к фиолетовому. Хотя фиолетовый и сиреневый, они же родственники, да? Фиолетовый, я думаю, это темный цвет, а сиреневый это светлый фиолетовый. Как-то так. В общем, я тут разворачиваю. Я вижу какую-то красивую штуку. И отсюда всем вкусно пахнет. К моим большинству пакетов кот запрыгнул на пианино. И пошел вот так вот. Тын-тын-тын-тын. Наконец, на другой части пианинки. Короче, тут у нас пакет с названием «Класс». И он так улыбится на нас, глядя. Пакет «Класс» 5 кг выдержит. Пакет «Класс». Классный пакет. Белый с красным. А что? О, мне говорили. Но на фотке она выглядела в разы меньше, вот такая. И я что-то даже не думала, что она... Что она еще более крутая, чем я думала. Она похожа, когда я на фотке увидела, ну, по своей вот этой тушке жопки на Масяню. Вот этот мультик питерский вроде, или какой-то он. Первый раз Масяню я увидела, когда меня толкинистическая девочка, мне еще 18 лет не было, разрешение малолетних практически, уволокла на съемную квартиру в район... Пятерка, не пятерка. Ну, что-то есть в Ярике какой-нибудь район Пятерка, я что-то так забыла уже совершенно. У меня в том же районе, только, допустим, туда пойдешь, к этим самым попадешь, а сюда пойдешь, в общагу попадешь, Кульковскую. И, короче говоря, я там два человека было мужеского пола, еще какие-то люди. И вот эта девочка толкинистическая. Она еще так удивлялась, мне что, уже 18, а тебе еще нет? Его, да? И мы смотрели по какому-то доисторическому компьютеру мультик через интернету. В 2002 году Масяню.
Короче, вот это вот брюшко мне напоминает эту масяню. Насколько мне известно, это ручная работа. К ней приложились, а вот тут три палочки. Такие-то. К ней приложилась человек, имя которого я вам не скажу. Ибо так захотел человек. В общем, веревочка, ее можно повесить. Оно, по-моему, вязаное. Вязаное? Да, наверное, вязаное. Ой, тут даже бумажечка какая-то привязана на веревочке. Короче, да, вот ручная работа. Короче, вот здесь. Как бы так это. Вот так вот тут написано ручная работа. Это вот как бывает на игрушках, где написано «Сделано в Китае». Не давайте детям, если им 3 года. Тут веревочка такая. Я так и оставлю, пусть оно и будет. Это прикольно так. Ручная работа. Хвостик бараночкой. Ножки, ручки, бум-бум-бум-бум-бум. Ты в кадр-то влезаешь, животное. Надо хоть узнать, какая она у меня по счету обезьянка, я их потом пересчитаю. Ту, которую я думала выкинуть, но так и не выкинула, жаба задушила, рука не поднялась, она на балконе сидит. Кот иногда ее юзает, спит на ней или типа с ней что-то делает. Короче, та, у которой моя одноклашка отодрала один глазик. И та, которая тогда не попала в обзор, в 2 обзора этих коллекций, в этой коллекции, в двойной обзор, 2 ролика, и которую потом в итоге, ну, она совсем раздолбалась, а уже я ее, она разбилась, а совсем разбилась, и я ее выкинула перед тем, как сюда приехать. Гипсовая копылка по имени Васька, или Ванька ХЗ, которую мне дарила одна моя подружка, ну, в общем, которую у меня еще в свое время бабушка не влюбилась, и под видом кошки ее раздолбала, скинув с пианино. В общем, в моей коллекции обезьян, одну обезьяну, которую я шила руками на трудах в классе в 5-м, на выставку каких-то там трудовых, трудяшных игрушек, скоммуниздила девчонка из параллельного класса. При маме это еще было, я так расстроилась, помню. Другую обезьянку, значит, у меня это... раздолбала бабушка, а потом она совсем раздолбалась. И еще какая-то была бумажная обезьянка, но она настолько была уже... Женька мне ее делала. В общем, как-то она у меня спрессовалась, а то ли кошка ей помогла, то ли еще чего-то было. Ее тоже не стало. Так что на 3 мертвеца надо посчитать, сколько их вообще есть сейчас. А то меня тут друзья семейные вопрошали, говорят, сколько у тебя обезьян. Пришли когда на новоселье, говорят, о, эту я помню, эту я дарила, вот эту знаю, еще эта жива, да-да-да-да-да-да. И, я не знаю. В общем, это будет, наверное, 200-я обезьянка, я что-то от балды ляпнула, я их посчитаю на неделе. Может, даже сегодня займусь, посчитаю, потому что я тут разбиралась в шкафу, в котором я в коридоре, и как раз лыблюсь. И нашла эти пакеты, которых у меня дофига оказалось, этих пакетов. У меня там есть стопки хрустальные. Я их сначала хотела кому-нибудь задарить, потом кому-нибудь отдать. Потом кому предлагала забрать, и вроде как согласились, сказали, да ты что, у тебя новоселье будет, тебе нужны стопки. Но у меня ж нету стольких людей, чтобы в этих стопках пить. Там 10 или 14, или как-то так. И они такие красивые, ну и я алкоголь не потребляю, не знаю даже, значит, какая стопка для какого алкоголя. Ну и, в общем, я думаю их поставить... вот сюда, наверное. И так как, чтобы туда поставить, надо всех мелких обезьян сначала выгребсти. И вот тут, прежде чем я их туда поставлю, я выгребу обезьян. Буду как раз их посчитаю обезьян в каком-то мультике или что-то в этом роде. Он нас посчитал. Вот и я посчитаю. Так, я хотела глянуть, видно, нет? Вот так вот, пакет. Во, видно. Привет, люди! Вот она вам как бы говорит. Привет, люди! Сейчас ее куда-нибудь приложу. Приложила Люля обезьянку. Так вот, что было в этом пакете со словом «класс» и со смайликом. Ну, может, конечно, это не смайлик. Мне моя великовозрастная подруга, с которой мы в деревню вряли пересекаемся, а вне деревни переписываемся. Кстати, надо, наверное, раз... Я сегодня узнала, что она... Точнее, вчера узнала, что она уже в Москву отбыла. Надо купить конвертик и ей откатать письме уже с этого адреса, с этой квартиры. Она меня спрашивала, когда было время, а что вот это вот обозначает? Я говорю, смайлик, а смайлик это что такое? Я говорю, улыбочки, типа рожица улыбающаяся, как бы говорящая, нехрен грустить, вот вам хорошее настроение. В общем, вот у меня тут пакет номер 1, пока сюда положить. Кот что-то пока не соблазнился коробочкой. Что-то у нас тут такое в коробочке, еще коробочка в пакетике. Даже 3 коробочки в пакетике. Вот, да.
Что это такое? Именная ложка, именная ложка. Моя ложка. О, с одной написано на коробочке Ольга. Ольга и моя ложка. Моя ложка, моя ложка, моя жизнь, мои правила. Ольга очаровательная, с сильным характером и интеллектом, она всегда внимательно следит за своей внешностью. Вот вам хейтеры, которые думают, что я ни хрена ничего не делаю. Следю. Я сначала думала, что Ольга это само по себе, а то, что внизу написано, это про ложку. Так, что это я так делаю, чтобы никто не видел? Надо делать так, чтобы видели. Потому что если бы я не сделала, чтобы никто не видел, я бы это и не снимала. Раз уж снимаю, красивенький пакетик. Теплый цвет, светлый. Цвет морской волны зелено-голубой. Светлый-светлый, какая коробочка, как я люблю коробочки. У меня бабуся тоже любила коробочки. Коробочка. Коробочка, а как тебе открыть-то? Коробочка-загадка. Вот так-то вроде видно, что ее вот потянешь за ручку, в смысле за крышечку, и она отвалится. Потяни за меня, говорю я перед коробочкой. Во, оказывается, ее надо вот так было. А я думала... А, точно, она вот здесь-то не до конца. Я думала, что она вот как вот, ну, вот так вот. Как ножка на, под грибом. Под крышечкой гриба, в смысле, под шапочкой. Так же было, нет? А нет, все-таки она именно так и была. Достань меня, если сможешь. Сейчас такие звуки были, что, наверное, АСМР даже. О, слушайте, шикарно. Я чуть не сказала имя, я не могу говорить имя. Имя решила остаться безымянным. У меня вот такая, только побольше, похожим рисунком, есть такая советско-союзная коробочка. И мне в ней лежит циферки от сыра. Ролик даже есть какой-то с циферками от сыра. Потом бисер какой-то одно время лежал, какие-то бусинки. В общем, что у меня там только нет. Надо глянуть, вообще, что там лежит. У меня есть коробочка. Замечательная коробочка, что-нибудь в нее положу. Мне можно, наверное, какие-нибудь травы. Эти барбарицы, шиповники. Короче, что-нибудь можно положить сюда. Какая коробочка. А в коробочке какое-то человечко. Девочка. Ух ты, это магнитная, походу, девочка. У меня есть девочка магнитная, деревянная, в Таллине, купленная сталинской девочкой. Ух ты, а у меня она просто деревянная внутри и внутри. Ну, и со всех внутри и снаружи. А тут оно чем-то уделано. Может быть, это имитация под Советский Союз? Тут такая как бы бархатная фигня. Вы потом вякните, были бы ли у вас АСМР вот от этих штук. Ну, эти триггеры или что вы там ловите. Короче, если были, то я, может, потом ее за АСМРю. Какая коробочка. Коробочка. Шкатулочка. У меня нету магнитов на этом холодильнике. Они у меня лежат в коробочке, которую все никак не разберу. Короче, у меня несколько мелких вещей еще не разобрано. И вот одна из мелких вещей – это все те магнитики, включая те, которые я привезла из хрен знает откуда, которые мне прислали в какую-нибудь поменяшки, которые мне задарили дорогие подписчики. И вообще, короче, с того... В смысле, этот холодильник-то, что в той, что в этой квартире один и тот же, короче, с той квартиры, с холодильника, они у меня все где-то еще лежат. Эту я присобачу. Потом, когда они дойдут руки разобрать, я даже не помню, куда эту коробочку делать. И будет мне счастье, или вам счастье. Ну, в общем, я вообще хотела какую-нибудь доску купить, потому что что-то у меня до хрена этих магнитиков было. Сейчас у меня холодильник стоит так, что не получится на две стороны присобачить. Уйти. Она как бы вот так лапки сложила. Видно там? Вот так вот. Короче, как бы на груди, в районе живота, на талии держит ручки и держит цветочек. А с другой стороны, это можно подумать, будто этот какой-нибудь шарфик такой, цветочком. И тут 5 желтеньких каких-то бисеринок. И 5 цветочков на голове. Синий, желтый, красный, зеленый, оранжевый. Зеленая ленточка в волосах. Красный мак на передничке. Она похожа на подушечку. Слушайте, такая классная вещь. Она вот как эти славянские куклы, которые делали кукол в славяне древние.
Не рисовали там никакого лица, потому что вот глаза увидят, нахрен сгладят. Нос унюхает, наверное, тоже что-нибудь плохое сделает. Рот, кормить надо ее или вообще говорить будет. Забубнит да испугает. Такая славянская женщина. Спасибо. Так. Каюбочка. Ух ты, тут такая ложка. Моя ложка, не трогать. Вот в предыдущей квартире она была бы актуальной. А тут, ну хотя, может, кто в гости припрется, захапает ложку, а тут на ней написано «Моя ложка». Моя, короче, есть подружка такая, и у нее на работе одна ее сотрудница стабильно брала ее ложку. В итоге она купила себе ложку со своим именем, но это не помешало сотруднице все равно хапать ее ложку. Не то, чтобы у сотрудницы не было своей ложки, своя ложка была, но вот как-то. Be happy. Будь счастлив. Ужгород. Состав керамика нержавеющая сталь. Изготовлена Шэньчжэнь. Все-таки я зеваю. Это не потому, что тут как-то вот это, ну вы уже привыкли, я зеваю. На сегодня такая дождливая погода. Я вообще планировала, что будет солнышко, и я поеду на велике. В итоге корзиночку, которую я приволокла, когда ездила в Идре со всем вот этим с барахлом из Витер, я снесла. Ну, сначала забрала посылку, а потом смотрю, думаю, на велике уже не покатаешься, как бы мокро было, да и уже это как бы по времени уже поздновато. Точнее, когда солнце в глаза светит в стиле «я сейчас зайду, и будет тебе ночью луна», я нифига не вижу вообще-то. Еще хуже ехать на велике, чем в темноте ночью. По дороге, на которой фонаря почти не было. Ну и я, короче, пошла просто до сарайки, унесла к велику эту корзиночку. Ух ты, она уже вылазит, эта ложечка. Ложечка, подожди, я еще пакетичек не вытащила, точнее, не сняла. Интересно, а надо ли снимать пакетичек? Наверное, надо. Пакетичек. Я могу его оставить и пошуршать пакетичками в этом в АСМРчике. Сейчас косплею мужика знакомого, который все говорит уменьшительно ласкательно, и вот та знакомая, у которой коллега коммунизит ее ложку с работы на работе во время обеда или типа того, стебется. В общем, я так поняла, что ее слегка раздражают эти уменьшительно ласкательные. Так, ложечка. Ложечка, как тогда это достать? А, она заклеенная. Я думаю, что же она ездит, а до конца не выезжает. Тут кругленький кружочек. И тут тоже кругленький кружочек. И вот теперь она выехала. Выезжает наша ложка. Ух ты, она тут так крепится, это... А, вот что, я думаю, как ее достать. Она, оказывается, вот так крепится. Она как-то дофига крепится. Ведь могла не доставать и достать потом. А я ее достаю, ведь. Ой, сейчас я это вот так оставлю. Прикольно, первый раз вижу, чтобы вот так вот ложечки держались. Похоже на какой-нибудь пенальчик такой. Тип сюда положить какую-нибудь мелочевку, сюда тоже что-нибудь положить. Красивая коробочка пойдет сюда. Ай да ложечка, ай да чья-то дочь. Вообще эта фраза из какого-то там театрального нашего библиотеки театра выступления, где была фраза такая типа «Ай да кто-то там, ай да чей-то сын». Но переделась на чью-то дочь, на чью угодно. Ух ты, она так это сделана, так вот держит. Пум-пум-пум. Моя ложка. Никому не дам. Так, вот сюда. И вторая коробочка. А, тут тоже ложка. А на другой ложке Ольга. Придет ко мне в гости, я скажу, вот тебе моя ложка. Только тебе ее дам. Ой, оно это, как бы брат с сестрой. Ну, в смысле, по дизайну похоже. Только белое... На белом фоне красные кружочки, а тут синие, голубые, синие. Прям на МЖО. Когда там эти дети рождаются? Это что, голубой одеянчик или розовый одеянчик? Ну, прикол, прикидчик. Интересно. А, да, ее так-то не вытащишь. Там же эту штуку надо снять.
А я ее вот так положу. Она такая же, как эта, только красненькая. Поэтому я не буду пока распаковывать. Голубой цвет морской волны пакетик. Слушайте, такой этот художественный пакетик. Вообще это вот этот пакетик. Вот этот пакетик. Художественный человек, короче, упаковывал. Стопудово. Еще какая-то коробочка. И тут еще что-то такое. Кошечка, обезьяночка, хз. В общем, вот этот у нас цвет светлый цвет, практически, сейчас скажу, почти прозрачный цвет морской волны. А тут такой молочно-розовый, почти прозрачный пакетик. Сейчас я его тоже как-нибудь разгляду. Разгляду. Что-то у нас животное. Счастье. Ух ты, это кто? Кошечка, собачка. О, это магнит. Я думаю, почему у него хвост на голове? Это магнит. Прикольный. Самопальный магнит. Из леновой, наверное, тряпочки. Такой, да? Стой в ногах обезьянки, магнит. Так, вот. Так, видно. Тут у нас что-то такое. Оно, я думала, это открыточка, оно приклеилось. А оно магнитик. Магнитик. Харьков, когда-нибудь я до тебя доберусь. Харьков. Эгегей. Это вам не хухры-мухры. Как говорит какая-то еще очередная моя знакомая. Возможно, даже родственница. Так. Розовый пакетик. Тише скоммунизился на кровать. А, его даже голову там кусочек. Кусочек головы кота видно. Что это у нас? Банка металл фигур. С розами. Бело-голубой цвет. Короче, голубой цвет, в который добавили... Гуашевый цвет, в который добавили дофига белил, скажем так. Белый фон, розочки, василёчки, одели, что это такое. Ну, короче, какие-то голубые цветы и ещё розочки. И желтые цветы, по-моему, это одни тупо розочки. Я сегодня окачивала волосы, делала вообще этот отвар, чтобы ванну принять. Но что-то вчера проковырялась с этим переводом и поняла, что лучше сделать отвар, ну, в смысле, этот отвар пустить на волосы. Там у меня была соль обычная пищевая. Ну, я-то думала, что я в ванной полежу, а не волосы качу. Потом бутоны пионов и бутоны роз садовых. Это вот как раз тут примерно то, что я разбирала тогда, когда вот у полочки сидела. Может быть, конечно, оно не залезло, не успело влезти в ту запись 15-минутную, потому что камера как раз разрядилась практически. А я сегодня окачивала волосы отваром бутонов пион, бутонов и лепестков пионов. И роз эфирным, там еще было несколько капель эфирного масла розы, и меня как-то так сыпанулось, там, наверное, 2 столовых ложки с горкой этой соли было. Мыла я волосы, сначала я, так сказать, окатила, ну, намочила, потом, значит, намылила этим шампунем тай какой-то, с мандаринковый какой, короче, этот тай, забыла, как этот шампунь называется, который от Влада. Влад, если ты еще меня смотришь, зрям тебе. Ну и потом уже окатилась, правда, совсем-совсем уже окачивала водой, потому что окатила вот этим отваром, а потом окачивала водой, потому что несколько лепесточков попало таки через это сито на шевелюру. Вот. Про что я это сегодня вспомнила? А, про эти розы, глядя. Что такое крышечка интересная. Обычно вот там как-то крышечка, вот как-то вот эта штучка вниз идет, а тут наверх. Такая интересненькая. Оно мне напоминает наш стол в деревне. Правда, у нас стол круглый, но тут почти круглый. Будто это скатерть на столе. Тут что-то всякого такого интересного дофига. Тут у нас мяконькая какая-то штуковина. Фрукфетта. Что это такое? Серджо. www.serjo.com.ua. Черница, брусница,
Я-то назвал и сказала брусница, а тут так и написано, ведь яблоко и цукор. Ух ты, брусница, черница. О, это конфетка из этого самого. Ну как, точно та самая пастила, вот эта пастила. Я тут делала пастилу из розового варенья, ту самое розовое варенье, которое из лепестков роз я как-то купила в Атаке, который теперь Ашан. Но что-то у меня как-то не случилось с ней. Вот, в общем, оно у меня лежит теперь в холодильнике, на тарелочке, на той пергаментной бумажке. Я иногда ее соскребаю ложечкой и схомячиваю. Из-за того, что, наверное, там очень много, ну, чисто сахарного сиропа. Так, у нас тут яблоко, малина и цукор. Это, ой, так тут... Пардон, зеваю. Яблоко и малина на упаковочке. В общем, что нарисовано, из того и создано. А тут у нас черника, брусника, что там еще-то было. А, яблоко. А яблоко я не вижу. Тут только черника и брусника. А. Еще у нас тут... А тут у нас тупо яблоко. И написано веган. Так, а тут что, вегана нету? А, вот здесь тоже есть веган, а вот на этой вегана я не нашла. Хотя тоже фрукт там, веган, яблоко и цукор. Правда, через бумажку не чуется. Ну ладно. А тут у нас малина. Яблоко, малина и цукор. Так, а тут у нас кто? Слива, яблоко и цукор. Я, кстати, на Кукпеде видела у одной женщины, или мужчину, короче, у кого-то видела рецепт вот этого. Там, правда, банан был, яблоко и слива. И, по-моему, тоже цукор. Как сделать, короче, эту пастилу в этой самой. А это у нас клубника. Тоже веган. А, полуница, яблоко и цукор. Ну да, клубника. Слушайте, мне 6 штук целых, охренеть. Спасибо. Захомячу с удовольствием. Какая-то штучка. Так, органик, кто-то там. А, это чаек. Ух ты, какой чаек. Слушайте, такой этот плотненький большой пакетик. На 200 мл ты 5 минут заваривать. Натуральное что-то там. Черное. Кто-то черненький. Так, 1920 году это производится. Органический чай, короче говоря. Тут в чашечку зафигачить, сколько-то там выдержать, и готовый чай. Вот пойду на тренажеры на обратном пути, когда приду, ну в смысле, когда обратно приду, то заварю себе кого-нибудь из них. Яблоко и корица. Цинамон. Как раз у меня на компе стоит цинамон. Яблоко и корица. Слово знакомое, забыла, кто это. Черный, дикий черный кто-то там. У меня еще один есть дикий черный кто-то там. Еще один, еще один. Сколько тут еще? И еще один. У меня 5 диких черных кто-то там. Угощу родню. Скажу, у меня есть черный пакетик черной дикой кто-то там. И тут еще оранжевеньких цинамона. 3 цинамона. И как что-то такое в синем пакетике. Органический лимон. Ух ты, тут какие-то это. А, тут состав. Тут, короче, ромашка, лимон. Ромашка, лимон и кто-то еще. А, ромашка, лимон, валерьяна. Камомиль, ромашка, мелисса и валерьяна. Камиль. А, это на разных языках, я думаю. Почему тут каждый раз дохрена много раз этот состав упомянут? Тут на разных языках. И заваривать 2-3 минуты. Прикольно. Спасибо. 5 ромашка, лимона и валерьяна. Вот. Для тех, кто смотрит с телефона. И вдруг, возможно, не увидел. Я хоть так держу, да? Ну, вот это как оно с другой стороны выглядит. И еще. Черная дика кто-то там. Вообще, ну, по-моему, на эту малину на чернику смахивает. Так, это мы тоже обратно зафигачим пока. Вот, а обратно, наверное... А, нет, уложилась. Сейчас я сейчас вот так покажу. Ой.
частично рукой придержу, чтобы оно не отвалилось, оно не выпало. У меня есть чай к чаю. Вот. Это мы сюда поставим. Так, тут что-то такое интересное. Тут у нас беленький пакетик. Так. Потянешь за веревочку, и узелок развяжется. Ой, тут что-то столько всего такого. Аж три коробки. Интересно, чего. Так, харьковская мануфактура, натуральное мыло ручной работы. Я думала, одна коробочка будет, а тут целых три. Офигеть. Так, что тут у нас такое? Рекомендовано министерством охраны здоровья. Ну, короче, рекомендовано нужно. Ладно, я вам верю тому всему, что тут написано, ни хрена не поняла. Эвкалиптовое. Ух ты, круто, эвкалиптовое мыло. 12 месяцев в жизни, и оно, кстати, это довольно недавно сделано. 95 плюс-минус 100 грамм. Фу, 95 плюс-минус 5 грамм, сказала. Что тут у нас? Состав касторовое, пальмовое, кокосовое, пальмовое, касторовое масло, оливковое масло, эфирное масло эвкалипта, молотый лист эвкалипта. Круто. Вот у меня не получается пока еще в естественных местах. В смысле дома. Может, я просто еще не считала, как, может быть, можно все-таки дома своять, чтобы омыленное мыло, ну вот это омыленное масло или как-то так кокосовое вот это вот уделать. Эвкалиптовое мыло. А как бы мне тебя открыть? Так. Открой меня, если сможешь. Эй. Я хочу тебя открыть так, чтобы ничего не сломалось. А, тут тоже скотчем замарено. Ну да. А что я пытаюсь ногтем отсобачить, когда у меня есть замечательный режек? Мама моя говорила, не ножик, а режек. Ну, в смысле, иногда, я не помню, с чем связано это было. Ух ты, слушайте, тут целая история, инструкция по применению. История тоже. Мыло торговой марки, харьковская мануфактура, приготовлено этим самым, сосной пахнет. Приготовлено вручную, холодным способом, по старинным рецептам. Не содержит консервантов, синтетических красителей, отдушек, не вызывает аллергию. Характеризуется отличными моющими свойствами, превосходно пенится, насыщает кожу полезными веществами, обладает ароматерапевтическим действием травы, входящие в состав мыла, собранные в экологически чистых районах в предгорьях Карпат, исключительно на заре, когда в растениях собрана вся жизненная сила. Тут у нас вот так вот оно. Вот оно. И тут у нас какая-то книжечка, даже две книжечки. Или что это? Харьковская мануфактура. 10 доводов в пользу натурального мыла и шампуня. Натуральность продукции, безопасность, чистота, только компоненты растительного происхождения в составе, природное воздействие, мировые тенденции, забота о будущем, природные ароматы, отсутствие в составе парабенов и прочих синтетических консервантов, отсутствие в составе СЛС, натрий, лаурил, сульфат. Круто. Сертификат качества. И что-то на другой стороне. А протокол государственной санитарно-гигиенической экспертизы, бла-бла-бла. Вот. Вот. Кстати. Вот. И оно... Ой, я думала, оно просто вот, ну, завязано веревочкой, там, да, оно завернуто в бумажечку. Тут у нас леновая сеточка, леновая бумажечка, оно переплетено. Леновая же, да? И выглядит оно, ну, вот как вот в магазинах интернетных, вот эти мылки такие вот. Круто, спасибо. А я как раз что-то стала это чистой линией, потом этой Нефис косметик, короче, этой, которая в Казани выпускается.
мыть, ну, использовать их как мыло вместо геля для душа или мыло вместо шампуньки. Ну, что-то вот так меня прет. Заюзаю, может быть, даже завтра. Так, вот оно. Остальные коробочки не буду скрывать, я просто скажу, кто там. Это у нас шоколадное с маслом какао. Не буду скрывать, сказала Люля. Мне уже интересно, что это. Какого оно там цвета-то? Тут у нас опять две бумажки. Про то, что и там написано про мыло. Ух ты. О, оно как это, вот как масло шоколадное. Ну, масло шоколадное, я думаю, все ели, видели хотя бы. Кто не видел, загуглите. И тут тоже в такую вот бумажечку. Ух ты. Так. С маслом какао. Вообще масло какао, говорят, белого цвета. Ну да и ладно. Что у нас тут в составе? Так, омыленное какао масло, масло ши, касторовое масло, кокосовое масло, козье молоко, горький шоколад, молотые какао бобы, эфирное масло, корица и ванили. Круто, я еще подумала, что масло какао-то, оно же как бы белое. Чего это у меня тут? Дверь кто-то шарахнулся. Привидение не иначе. А тут у нас еще и какао бобы, они как раз вот этот шоколадный цвет и дают. Так, наверное. Так, и еще у нас тут пакетичек, иди туда. Разнотравье на отваре 7 трав с сезамовым маслом. А вот это по-другому коробочка выглядит. То у нас тут омыленное, пальмовое, кокосовое, оливковое, касторовое, сезамовое масло. Отвар календулы, крапивы, тысячелистника, шалфея, чистотила, ромашки, липы. Эфирное масло душицы, лимона, ромашки, шалфея, тимьяна. А мне еще тетя моя говорила, что я дофига всяких трав кладу в мыло. Что достаточно одной типа травы и одного там какого-нибудь эфирного масла. А такие люди-то делают. Такие, значит, все нормально. Сварено на густом настое растений, специально подобранных для ухода за чувствительной кожей. Ну и тут до хрена вообще информации. Поставите на паузу, если захотите прочитать. И все они живут 12 месяцев. Ну, на какой-то, может, не глянула, но я думаю, что они все так и живут. Так, куда бы тебя? Вот так. Тут у нас еще пакетик. А, там еще пакетик. Ух ты, блин. Так. Дянем за веревочку. И пакетик раскроется. Что это? Ух ты, у меня в детстве была, когда я в школе в каком-то классе училась, ручка с кучей цветов. Вот ручка с кучей цветов. Тринк. Я уж думала, и давно не выпускают эти ручки с кучей цветов. Прикольно. Так, сколько тут цветов-то вообще? Раз, два, три. Так, ладно, черного, красный, синий, голубой, розовый, точнее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да, 10 цветов. У меня тоже было 10 цветов. Правда, по-моему, без этой вот фиговины. Прикольно. Спасибо. В основном я использую сейчас синий и красный, когда пишу. Красным я пишу кихара. В общем, кана я пишу красным, а расшифровку русскую и транскрипцию эту латинскую, на латинец. Короче, ромадзи и вот эту вот Попаливанову я пишу уже синий. И синий же пишу, что он обозначает. Ну, остальными буду рисовать, что? Иногда я рисую ручкой. Так, какой он красивенький. Черепочки такие. Черепочки такими из розочек, листиков. Так, о, слушайте, она даже золотенькая. Это у нас типа блокнотик. И там даже ленточка такая коричневенькая. Она как бы типа закладочка, наверное. Сейчас я ее... Чего я опять ноготь-то мучаю? У меня же есть этот ножичек волшебненький. Пленочка. Ой, я думала, вот эта наклеечка прямо на пленочке. А наклеечка... Ой, липнет пакетик. Прямо вот на этой фиговинке.
Слушайте, у меня не было никогда блокнотика, чтобы у него была вот эта позолоченная штучка. Так, прикольно. Классик шарм. По. И во. Ух ты, на каждой страничке черепочек. Слушайте, такая бумага хорошая. Плотненькая. Можно и писать чего, если меня вдруг вдохновить на какую простить. Я под рукой только бумажка. Можно и порисовать чего, можно и так что записать. Буду беречь. Потому что под записать чего у меня уже есть пара блокнотиков и так. А сюда может в нем порисовать чего. Может в нем это... Вообще я всегда хочу... Как у меня появляется записнушка или блокнот, я всегда думаю, сейчас буду делать все по порядку. От начала до конца, на сессию брала там в педе. У меня с одной стороны написано, с другой стороны написано, ну, так вот это. А иногда понапис... Ну, допустим, синим я что-то записала так аккуратненько, ровненько, красивенько. Синей пастой, да? Потом сижу на лекции, что-то нам говорят, а у меня под рукой только вот эта страничка с аккуратненько, черненько, синенько, значит, так открыла, да, и аккуратненько. И поверх этого я пишу по диагонали что-нибудь синеньким, ну, по синенькому красненьким. А иногда пишу еще и черненьким или карандашиком еще поверх этого, и вот... Хорошо, если человек еще какой понял, ему повезло. А так понимала только я. А иногда еще такие каракули, что хрен поймешь. Вот как-то вот у меня так все вот это... Вот так вот и получается. Так, тут что-то такое у нас. Чего у нас тут такое? Что это? О! Тут что-то анимешное. Хэлэ, я ж под названием аниме-то почти не помню. Дамган. Опа. Короче, старшая школа. Старшая школа. А что это такое? Это наклеечки или просто... Человек, дай в личку знать, чего это. Прикольно. Не, вроде не наклеечки. Так. А, это тетрадь этих мертвецов, в смысле, запись смерти, тетрадь смерти. И как она? Я ее пыталась вроде смотреть, или она у меня в закладках висит, я, короче, не помню. В общем, какие-то две открыточки. Спасибо. А это чего? Тут тетрадочка какая-то. На пружинке так еще пакетик. Пакетик, иди туда. Отрепись от меня, пакетик. Видно, да, как он при это прилип, вот, отлип. Так, ты у нас кто? С одной стороны, некоторые морды лица мне знакомы. Вы не родственники? Да, это они. Что-то мне сейчас так сразу вспомнился. Ворон не из Димы Эйджи. Не попускает меня Бакуман, не попускает. Сегодня мою посуду, вспоминаю какое-то имя. Думаю, блин, откуда у меня это имя? Кто это вообще такой? Иваса, думаю, что за Иваса? Или Ивасе? И тут думаю, какое аниме, когда я его последний раз смотрела. Предпоследнее такое-то... Последнее еще не досмотрела, потому что поняла, что если я его ночью сейчас посмотрю, чтобы по свежим эмоциям записать ролик, у меня такой ирокез на голове, ну, в смысле, вообще, ведьмы в прятки поиграли, что уж лучше я потом досмотрю эту серию и словлю, значит, настроение и запишу обзор. И стала смотреть другое аниме. Оно мне что-то не пошло, и я стала смотреть третье аниме, и меня утянуло до 9 серии. А потом вспомнила, что Ивасе была в Бакумане. И вот этот как раз Нидзима Эйдзи. Его воин. Я теперь просто обязана узнать, смотрела ли я эту тетрадь, это, тетрадь смерти или что она там. Потому что я много чего смотрела, но название у большинства из них не помню. А когда начинаю смотреть, в лучшем случае на 5-й минуте я понимаю, что я это уже видела, просто название не помню. В худшем случае на 3-й серии. О. Тут внутри, слушайте, тут такой классный дизайн, тут такой вообще это, как оно говорится, не знаю, что смотришь, вроде кажется, я всегда так хотела рисовать, но у меня пару раз так только получалось. Когда вроде смотришь на что-то одно, а оно попутно, за ним прячется еще что-то другое. Это как вот,
какой-то психиатрический тест, или как он там, смотришь на белый лист, а там какие-то черные пятна. Или была у меня такая картинка, там как бы ангелы беленькие на черном фоне, или чертики, эти летучие мышки на фоне белом. И в лучшем случае ты видишь черненькое, в худшем случае ты видишь беленькое. В совсем худшем случае ты видишь и то, и другое, понимаешь, что это такой реально крутой рисунок. Ух ты, у меня есть тетрадочка. У меня такие листочки. Слушайте, на ней, в ней можно рисовать. Она прямо зовет, как бы рисуя аниме. Ну, аниме, эту мангу рисовать я не умею, в стиле аниме. Хотя в 2011 году-2012 я столько аниме пересмотрела, чтобы понять, как же, блин, рисовать, чтобы у меня уже в мою психологию этого портретизма вошло, что вот эти глаза по рук 50 все-таки можно рисовать. И что-то как-то все равно не сложилось. Но можно что-нибудь другое рисовать. Не обязательно рисовать в стиле аниме. В тетрадочке с героем из аниме. Такая бумага классная. Классная бумага, офигительная бумага. Вот так. А это я сдобрю. Так, и еще чего-то тут. Ой, не падай. Ой, там еще чего-то. Я думала, уже все. А это еще не все. Нифига, это еще не все. Дерни за веревочку, и будет тебе счастье. Дергайся, веревочка. На меня немножко нападало с этой... С одного из мыл. С этой леновой тряпочки. Леновая — это не потому, что я типа не знаю, как говорить. Да, это у меня подруга просто называет так. Вообще не знаю, то ли она стебется, то ли это в каком-то наречии русском или типа того произносится, потому что у нее одни родственники удмурты, а другие местные. Что-то такое красивенькое. Опять что ли что-то такое зацепило. О, а, Харьков. Слушайте, а там не было видно, как я говорю это. Может, я этот кусок вырежу, там же написано... А я только сейчас увидела, что там написано. Я, короче, сейчас вот так еще сделаю, я вырежу этот кусок. Потому что, ну как это, люди будут смотреть, что мне написано Нива. В общем, так. Смотрите, какая красивая картинка с Харьковом. Здесь явно ее рисовали маслом, когда делали копию. И я тебя обнимаю. И всех, кто рядом, обнимаю. Так, чего это у нас такое? Чего это у нас такое? По-моему, у меня улыбка не то чтобы не сходит с лица, но я думаю, что она, когда я даже когда сейчас говорю, она, по-моему, улыбается, эта улыбка. Так, это кто у нас такой? Это, по-моему, типа, судя по тому, что вот здесь вот такая вот так, блин, я так столь давно наклейки мила, по-моему, там типа наклейка. Но я все-таки выясню. Что-то такое знакомое по мордам лица. Люди, вы кто? Близнецов я точно где-то видела. И девочка знакомая. Там вообще видно, что я улыблюсь вообще-то. У-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Слушайте, мечта идиота. Мечта идиота. Магберт Найт. Как вот там, рыцарь-вампир. Я, правда, забыла, как героя звали. Я помню, что девочку звали Юки. И Канаме Курам. А как звали чувака, который... Ну, с которым Юки тоже мутила.
Я, короче, там как бы дополнительная серия, глава или как-то так на Атакумоле вышла. Правда, совершенно без перевода. Не знаю, может, сейчас уже делали перевод. И я вот этот японский, когда еще меньше знала, чем до этого, до того момента. Еще меньше знала, чем китайский. А китайский я практически сейчас... Ну, какие-то слова еще, когда занималась, чем соображала. Ну, в общем, не знаю как, но я как-то поняла. Я там полистала. И там уже было ясно, что нам у них, у этой Юки, я единственное не поняла, я до конца мангу-то не осилила. Вообще она переведена, не переведена. Ну, в общем, короче говоря, у Юки и от Канамы Курана был дитё, то ли мальчик, то ли девочка. В общем, дети Юки косплеили и Канамы Курана, и этого чувака, который как бы... Как его звали-то? Ну, короче, тот, который стал потом вампиром. В общем, вот, по-моему, это он. Так, а это у нас кто? А это вот когда за ним. Надеюсь, он ее просто за волосы гладит, а не так вот взял за шкирятник. Я вот это аниме два раза пересматривала, еще оно у меня где-то на компе лежит. Правда, как вот звать-то? Урабоку я тоже пересматривала, но позже уже. Ну да, если кто не в курсе, Урабоку потом... Ну да, вот этот предательство знает мое имя и рыцарь-вампир. И как-то косплеится там. Вот аниме, про которое я потом, когда ее досмотрю и обозрю, вот там есть такой ГГ, который по рисовке похож на чувака, который как бы воспитал Юки под видом как бы папы. И еще он похож на вот этот же чувак, не помню его имя, короче, и у меня сопельки. Он похож на... одного из мудаков, я считаю, что он феерический мудак. Муж, что Юки заставляет... Юки мальчик в Урабоку, и Юки девочка в рыцарь-вампир. Короче, тот чувак похож на Соичира. Кажется, Соичира его вроде звали. А как же этого блондина-то звали, блин? Во. Анимешник, у которого никогда ничего подобного не было. Пакетичек. Я прям обязана после этого пересмотреть это аниме в третий раз. Я даже какие-то эти фанатские ролики смотрела. По-моему, она тоже 2005 года рождения. Ну, в смысле, сама манга. Рыцарь-вампир. Хина Мацури. Я так понимаю, это томик манги? Первый томик манги. Рыцарь-вампир. Впервые в жизни держу в руках томик манги. Ехарасоте. Ух ты! Ой, я его кверх ногами взяла. Точно, их же эти японцы-то читают с задней обложки. А я думала, когда русские, ну, в смысле русскоязычные, дают томики манги, они их делают, ну, как книжки обычные русские. Вот так вот открыл с левой стороны, вот так полистал. Рыцарь-вампир. Хина Мацури. Да, вот этот Канамы Куран. Потом Юки. И не помню, как звать этого чувака. В Академии Кросс много секретов. Тому пример существования дневного и ночного классов. Ученики которых живут в дневном и ночном общежитиях. Затем, чтобы учащиеся из разных классов не общались, следят старосты Юки и Зеро. Точно, Зеро. В общем, вот этого чувака звать Зеро. Это те, кто не в курсе. Дети директора. Но они как бы не кровные родственники. И все же любопытство, что скрывается. А любопытно, что скрывается за бледностью и красотой учеников ночного класса, ведь вампиры не существуют. Или они просто бережно хранят свои тайны, Егей. Тентакль Хаус. И такой этот, типа осьминожек с двумя руками. В смысле щупальцами. Прикольно. Хина Мацури. Ух ты, а я думала, там как вот эта суперобложка открываешь, а какая-то бумажка. А оно просто так зафигачено. Теперь я просто обязана ее прочитать, а потом обозреть. Так, чего тут у нас? Содержание ночной класс Академии Кросс, секрет Зеро, вампиры среди вампиров, обещание, драгоценное дитя, страна ночного класса. Оригинальная манга Хина Мацури, да, 2005 год. Перевод с японского. Storm in Heaven, Араси.
2005 год, перевод с английского Ююн, 2006 год, сканирование Тами 2006 год, редакция Тами 2006 год и чего-то еще Тами 2006 год. Ух ты! Может, я ее когда прочитаю, до меня дойдет, как рисовать анимешек? Так. А почему оно с двух сторон? А где начинается та сторона, которая с этой стороны идет? Так, короче, вот так. Внимание, манга читается не так, как комиксы. Вы же не хотите запутаться? Слушайте, какие ее лапочки. Эта книга издана в оригинальном формате, поэтому читать ее следует как настоящую японскую мангу справа налево. Все рисунки оставлены такими, какими их нарисовал художник. Мы ничего не меняли и не переворачивали. Совет. Для тех, кто вдруг в танке. Так, совет. Если вы в первый раз держите в руках мангу, изданную в оригинальном формате, то эта схема поможет вам разобраться в том, как ее нужно читать. Все просто. Начинайте с правого верхнего угла и двигайтесь так, как показано на рисунке. Приятного чтения. На эту тему. Я когда теперь вот вижу, ну уже давно, года три как не больше, когда я вижу какие-нибудь картинки, типа комиксов вот эти ВКонтакте, там бывают какие-нибудь там репосты у каких-нибудь моих друзей в новостной ленте или еще что-нибудь, я вот так и читаю. Справа налево. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, Tentacle House. Ух ты, у них даже группа ВКонтактике есть. Надо к ним зайти и глянуть, что там. Эйтинка. Истёк Эйтинка. Точно, это же конец. А чего я показываю вам? Это конец. Все тогда. И там вот такие же кусочки, как вот... Вообще, по-моему, я ее и эту мангу, конкретно мангу, не читала. Я только аниме пересматривала пару раз. Вот, как уже говорила, иногда чисто какие-нибудь кусочки мне там нравились, я смотрела отдельные серии. Но у нее... Интересно, как звали ту мангаку, которую... Одну главу я как-то на замене переводила. У нее тоже были такие сноски кусочком. Вот как тут. Круто. Спасибо. Вообще. Так. Пакетик иди сюда. Тут какой-то розовенький пакетик. Розовенький пакетик. Это типа как животное с ушками, мне кажется. Тут даже хвостик какой-то. Может быть, это овечка? Пакетик овечка. Сейчас мы его развяжем. О, точно. Это такой типа зайчик, наверное. Ну, точно же, не только же у овечки бывают ушки. В смысле, хвостик, как у зайчика. Что это такое? Чего это? Вылазь и говори мне, что это такое. Так, у нас тут... Я люблю аниме. 100 лет значки не носила. Хотя у меня есть какие-то значки, которые я как-то сфоткала, скинула в Инстаграм, сказала, хотите обозрю? Мне сказали, хотим. И я про них забыла, так они у меня лежат в коробочке, ждут, когда их обозрю. Я их, кстати, смотрела иногда на eBay, где только не смотрела. Ну, в смысле, искала чего-нибудь. Урабоку. Какая-то фигня. А, это типа ловец снов, только его вешать, наверное, надо. Сейчас я его достану. Это как бы намек будет на то, что у меня куча всяких серебряных цепочек и подвесок, и я что-то зря такая не ношу. Вот кольцо-то я тут несколько дней не носила, вот вспомнила. Мя. Точно, ловец снов. Как бы этой подвесочкой. Круто. Вообще первый раз вижу подвесочку такого типа. Так. Вот видно тут, да? Так, и еще что у нас тут? Ты кто? Учитывая, что вы слегка по рисовке похожи. Лука Кразерия.
Наверное, он. Вообще, надо пересмотреть и то, и другое аниме. Вот это точно Лука Грозея. Сьюки. Я вот недавно совсем узнала, что год назад уже с Хвостиком закончилась эта самая манга. Но ее, по-моему, еще Летер Шаббат не доперевели. Там 13 вроде тому. Я периодически к ним на сайт раз в полгода заходила, или как-то так, а иногда раз в год скачивала то, что уже имеется себе на комп. И они у меня где-то лежат на глубине сибирских руд. Мечта идиота. Вот это-то совсем мечта идиота, она настолько это как-то даже не озвучивалась, что это мечта, ну как бы, ну когда-нибудь, ну вроде как никогда, наверное, не будет. Потому что когда была единственный раз на ярмарке аниме, там такого не было. Там было что-то иное, на меня смотрели вот на то, что вот, ну совсем до хрена все знаешь, что ощущение это было, будто вот на рынок какой-то пришел с каким-то барахлом. Что-то вот не так, совсем не то было. Прям не хочешь вызвать улыбку Алёле? Ура богу. Или рыцарь-вампир. Так, или еще кто-то. Ты кто? О, а это, наверное, тоже зайчик. Хотя нет, у него какой-то другой хвостик. Такой бараночкой. Прикольно. Это что, вот в таких штучках продается что-то? В этих аниме-магазинах? Так, а тут чего? Давай вытряхивайся аккуратненько. Да, это, наверное, зайчик. А может, не зайчик. Может, у зайчика быть такой кусик. Короче, будем считать, что это зайчик. Вот у меня тут уже есть красненькая и синенькая, а теперь розовенькая и голубенькая. Ты кто? Ух ты, коробочек со спичками. А вот это я не помню, смотрела или нет. Или начинала я, оно у меня в закладках. По-моему, чего-то там с пряностями или кто-то такой. Или это два разных аниме, но я их путаю. Короче, вот та самая героиня, которая я видела на какой-то картинке, на каком-то, короче, арте. По ней, ну, короче, фанат этой вот картинки, френд моего коллеги по скандалу, скажем так, вот. Коробочек. Это тоже кто-то такой знакомый. Коробочек. У меня такое ощущение, что это магнитик. Коробочек-магнитик. Наверное, это будет очень длинный ролик. Я даже не знаю, сколько сейчас времени. Но магнитик к чему-нибудь. ХЗ. Ух ты! Такие эти... Вот такого цвета, короче, спички. Вот такого цвета я еще не видела спички. То бишь его можно заюзать как спички. Не обязательно даже весь вот этот коробок. И еще останется как бы такой приблуд, скажем так. Тут какого цвета спички. Я просто привезла такой коробочек с первый раз, когда была в Тунисе в 2011 году. Но там были обычные спички. Ну, такие эти, с черной головкой. А тут такие же вот, не знаю, коричневые, не коричневые. Вот так. О, это магнит, потому что они приклеились. Брелочек какой-то. О! Я как раз сегодня, когда ходила этот помойку выкидывать на почту при этом зайти, вспоминала, что то аниме, которое вот еще не досмотрела, одна серия осталась, похоже на другое аниме, и еще отдаленно похоже вот как раз на это аниме. Черный дворецкий, или как он там. Забыла я, правда, как звать этого мелкого пацаненка. Но все аниме с ним смотрела. У меня даже на компе, по-моему, валяли. Даже мангу с ним пыталась читать. Круто, спасибо. Мне как раз надо какой-нибудь брелок меняемый на часы. Вот этот, на часы, на ключи. Так, а вот это я, по-моему, не смотрела. А может, смотрела, но давно. А может, не впечатлила. Я забыла, как его звать. Смотрела, но я не помню, кто это. Но, по-моему, того автора, которого что-то дофига все любят. И это что-то такое очень знакомое. Порт Арт. Онлайн.
Я это смотрела, но я не помню, что это. Ну, это из случая, что Лёля не помнит название ни аниме, ни книжек, по большей части ни черта не запоминает. И вот это тоже я смотрела, но я не помню, кто это. Кто ты? Я сфоткаю и скину товарищу по сканрейту, может он определит. Я-то как-то морды лица людей не запоминаю, название аниме не помню. Книжек и мультиков и фильмов и так далее. Песенный групп, какой красивый пакетик. Слушайте, вот это вот усё. Спасибо, человек, который не хочет, чтобы я его имя говорила. Её, его, их имена. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, мой рот до ушей вызвал у вас тоже бурю эмоций положительных. Всем пока!